Всем привет, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. В этом видеоролике хочу показать и рассказать вам топовую фичу на iOS 18. Перед началом этого видеоролика ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. И давайте будем начинать. Итак, эта фича состоит в том, что мы теперь наконец-то можем блокировать каждое приложение отдельно. Смотрите, что это значит? Это значит, что человек какой-то, если возьмет ваш телефон, и он будет разблокирован, если вы вдруг забыли его заблокировать, он будет лежать вот как у меня сейчас. Например, он захочет зайти в камеру. Смотрите, что мы можем взять. Вернее, на камеру данная настройка не работает. Однако, если мы нажмем вот Safari, например, нажмем Safari, и мы можем нажать кнопку «Потребовать Face ID». Поставляем лицо. Также мы можем нажать, если это другое приложение, типа Telegram, Instagram, мы можем скрыть это приложение. С Safari это не работает, поэтому нажимаем «Требовать Face ID», поставляем лицо, у нас подтверждение появляется. И теперь, чтобы войти в Safari, нам нужно Face ID, либо же пароль. Вот такая вот классная фича. Мне она очень сильно нравится, я ее очень долго ждал, и я очень доволен. Надеюсь, вы тоже. Ну, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, до новых встреч!